там фаршуют, говорят, что она прожила 127 лет. А как Тора может сказать, что она прожила 37 лет? И объяснение такое в Мидраше, что когда было Саре 90 лет, у нее не было детей. И Сара вычеркнула свои годы жизни эти 90 лет, когда у нее не было детей. Вот, говорит, родился Ицхак, когда было мне 90 лет, и я вот 127 лет прожила, всего лишь я считаю моими днями годы жизни 37 лет. Рахматана Юшака, он был всегда окружен детьми, внуками, правнуками. Он прошел хорошую жизнь. У него не только среди наших бухарских евреев были друзья в городе Самарканде, а еще соседи не евреи, его работники. Очень любили и ценили этого большого человека. Рахматуллах Юшака, он останется всегда живым при нас. Манас дадой болел урок предвичный храм, а в Рахшон Мухаммед и Молер Боша, и Фарзандор, и Мейдор, и Аминоба. Маме Хамбута, Зоя Бар. Это нелегко, но жизнь такая. Ничего не сделаете, у каждого своя остановка. Автобус едет, и каждый слезает на свою остановку. Кани Богу, Богу, Коронома, Кани. Ин Хамхер, Вахту Саадаш. Рахмат Шонкуна, Аврах Шон, Бахамет, Мойор Боше, Сон Шон, Бадеки, Бухшу, Ахтим, Зоэра.